Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Через 6 недель после Дня Светлого Христова Воскресения в Божьих храмах за богослужением литургии прочитывается текст из 9 главы Евангелия от Иоанна. В нем рассказывается об исцелении Господом нашим Иисусом Христом человека, рожденного слепым. И поэтому этот воскресный день, шестое воскресенье после Пасхи, называется «Неделя о слепом». Евангелие переносит нас немножко назад, ко времени, которое предшествует празднику Пасхи, ко времени, которое предшествует входу Христа в Иерусалим. Мы помним, что Христа в день его последнего входа в Иерусалим встречали очень торжественно. И причиной такого торжества были чудеса, которые Спаситель совершил накануне. Он воскресил 4-дневного умершего Лазаря и исцелил человека, рожденного слепым. Иудеи, зная об этом, восклицали, что от века не видано, чтобы кто-то исцелял слепорожденного. Но в самом деле медицина, которая в древнем мире была, конечно, не так развита, как сегодня, но все-таки фиксировала случаи, когда человек на определенном жизненном этапе заболевавший все-таки исцелялся. И часто ведь бывает, что в силу собственного невоздержания болезнь посещает человека. Наши объедения, плотские грехи приводят к болезням. А когда человек вновь встает на праведный образ жизни, то здоровье к нему возвращается. И не случайно считается, что грехи, что болезни иногда посылаются как наказание за грехи. Собственно, они даже и не посылаются, а человек сам навлекает на себя болезни, если предается грехам плоти. И один из отцов православной церкви сказал замечательную фразу, что грешник подобен псу, который лижет пилу и наслаждается вкусом собственной крови. Грех разрушает человеческую природу, разрушает и душевную, и физическую природу человека. И мы знаем из Священного Писания, что очень часто, исцеляя людей, Спаситель обращался к ним со словами: «Иди и впредь не греши». Вот однажды он исцелил парализованного человека, расслабленного, и также наставил его: «Не греши больше». Теперь представим себе ситуацию, о которой рассказывает евангелист. Спаситель выходит из храма Иерусалимского и видит, как у входа в храм сидит человек, рожденный слепым, и просит милостыню. Ученики обступают Спасителя и задают ему совершенно справедливый вопрос: «Рави, учитель, кто же согрешил, он или родители его, раз он родился слепым?» Это даже не вопрос, это просто недоумение. Ученики в тупике, потому что их жизненный опыт не позволяет им объяснить, за что же человек рождается с такой страшной болезнью. Почему человек рождается лишенным зрения? Понятно, если бы он лишился зрения за грехи, но в утробе матери он же не мог согрешить. Может быть, за грехи родителей Бог послал слепоту этому человеку.
остановимся кратко на этом вопросе. Может ли Бог наказать детей за грехи родителей? Знаете, в православной церкви среди православных людей, малообразованных православных людей, бытует мнение, что да, может. Вот нужно очень хорошо знать, что такая точка зрения не соответствует библейскому учению, не соответствует учению Святой Православной Церкви. Есть ясные места в книге пророка Иезекииля, есть ясное место в книге Второзакония, где черным по белому написано, что Бог детей не наказывает за грехи родителей. Это нужно очень хорошо усвоить. Некоторые люди, очень плохо знакомые с учением христианства, объясняют эту евангельскую фразу, этот вопрос учеников, кто согрешил, он, слепорожденный или родители его, тем, что якобы в первоначальном христианстве существовало учение о переселении душ. Еще раз повторюсь, что каждый отдельный текст Священного Писания мы должны объяснять, исходя из всего Священного Писания в целом. Если мы возьмем все Священное Писание, там нет ни единого намека на это нехристианское, языческое учение. Христианство считает, что учение о переселении душ из одного тела в другое унижает человеческую личность как таковую. Христианство отрицает это учение. И так человек родился слепым. И эту болезнь нельзя воспринимать ни как наказание за грехи родителей, ни как наказание за его грехи, которые он якобы в утробе матери совершил. Спаситель говорит, что эта болезнь к славе Божией. Рассуждая о болезнях, которые свойственны человеческому роду, мы должны отвлечься, отойти еще и от одного стереотипа. Знаете, я скажу вещь, которую, может быть, многие не воспримут. Не воспримут вот так сразу. Но если подумать, вдуматься, то, наверное, потом многие согласятся с этим определением. Я скажу, что не всякая болезнь есть зло. Зло и добро – это нравственные категории, а болезнь и здоровье – это категории материальные, физические. И можно привести много примеров. Подумайте, наверное, такие примеры есть и в вашем жизненном опыте, когда болезнь оказывалась безусловным благом для человека. Я в своей жизни видел людей, страдающих очень тяжелыми болезнями, в преддверии могилы, которые имели великое мужество перекреститься и сказать: «Слава Богу! Я благодарю Бога за эту болезнь, потому что эта болезнь исправила мой злой нрав». К сожалению, иногда здоровый и злой человек может стать источником бесчисленных бедствий для окружающих. И тогда болезнь, которая смиряет нрав человека и исправляет его, может оказаться благом. И вот Христос Спаситель говорит, что эта болезнь слепого призвана прославить Бога. Он дарует зрение слепорожденному, исцеляет его, исцеляет особым образом. Евангелие говорит, что из своей слюны Спаситель сделал вот некое брение и помазал очи слепому. А потом
повелел ему: «Ступай и умойся в Силоамской купели». Отправил его в центральную часть города, в Иерусалим. Кстати, развалины этой Силоамской купели были раскопаны только в 2004 году, что примечательно. Нашли это место в Иерусалиме, где обрел зрение слепорожденный человек. Святитель Иоанн Златоуст толкует этот особый способ исцеления следующим образом. Спаситель повелел человеку идти и умыться для того, чтобы человек явил свою веру в возможность исцеления, явил свое доверие Христу, но исцелил его своей слюной, чтобы дать понять, не само собой произошло исцеление, а силой Духа, который исходит из божественных уст Христа Спасителя. Возвращение зрения рожденному слепым человеку для каждого из нас остается еще духовным образом. Это глубокий символ, ведь все мы, хотя рождаемся с телесным зрением, если мы здоровы, рождаемся духовно незрячими людьми, духовно слепыми. Мы не имеем возможности созерцать духовный мир. Мы не ощущаем присутствие Бога рядом с нами, не ощущаем этой силы и света благодати Божией. Мы духовно незрячи. И Церковь призывает каждого человека, каждого христианина к тому, чтобы он потрудился и попросил у Бога, чтобы он открыл духовное зрение ему. Благодатная жизнь Церкви, таинство церковное, таинство исповеди, когда мы очищаем свою душу от грехов, таинство святого причащения помогают нам открыть эти духовные очи, это зрение духовное, которое, возможность которого есть в каждом человеке. Все мы призваны прозреть, духовно прозреть, вступить в общение с Богом. День исцеления слепорожденного для каждого из нас это призыв к тому, чтобы прозреть.